В поселке Гать под Орлом близится к завершению строительства Сретенского храма. В день Петра и Павла сюда прибыл большой купол. Сооружение храма в честь Сретения Господня началось в сентябре 2012 года. Именно тогда был воздвигнут поклонный крест, а спустя некоторое время, всего за 20 дней, и малый храм в честь 12 апостолов. Работы по возведению храма взял на особый контроль губернатор области Вадим Потомский. Планируется, что главный храм будет завершен к юбилею Орла и уже во всей красе предстанет перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время его визита в наш город. Практически за 8 месяцев мы вот возвели такой храм. Вы сейчас видите, что здесь находится 6 куполов собрано, и в данный момент вот привезли главный купол, который будет в диаметре 9 метров. Помимо храма, на этой территории планируется создание православного культурного центра. Не будет забыта и школа, долгое время простоявшая недостроенной. Сняли полностью старую крышу покрытия, оплачены рамы. Буквально через 2-3 дня будут доставлены сюда уже полностью все рамы. И в течение, я думаю, следующей недели приступят уже к изготовлению новой крыши.